Эй, привет, мой дорогой друг. Время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехала новая часть по Need for Speed Payback. Bad boy is a game. Так, ну что, мы готовы поехать на гонку уже, да? М, открыть карту. Что мы... мы можем проложить себе путь. Understand. Так, значит, мы проложили путь... Двигаемся на гонку. Чтобы участвовать в тех ночных гонках, нам нужно победить сначала в какой-то простецкой гонке. Тай, приятель! Как дела у моего парковщика суперзвезды? Ну, я... Не отвечай, это риторический вопрос. До сих пор не научился распознавать такие. Ладно, слушай, не в службу, а в дружбу. Ты знаешь мою любимую химчистку? Забыл название, но думаю, ты помнишь. Заберешь мой костюм? Спасибо. Ну, правда, спасибо. Извините, босс. Это что, мне еще за костюмом ехать, что ли, в химчистку нужно? Ну, сначала по расписанию спринт в Лейксайде. Так, и что? Е. Все, мы на старте. А потом уже и за костюмчиком. Ладно, деловой. Сейчас первое испытание. Победишь, поболтаем. Классно! А чё классного-то, блин? Мы на такой ржавой развалюхе, блин. Классно ему. Всех обошел! Ты там сильно не радуйся, подожди. Сейчас встречка будет. Нитро у меня очень быстро заканчивается. Но мы оторвались нормально. Я думал, будут проблемы на этой тачке. Я ни одного из вас не пропущу. Ну, хотя это первая гонка. Всегда на первых гонках сначала такие... Ребята слабенькие. Меня не победить! Не зарекайся, пожалуйста. Ладно, ладно, неплохо. Может, дому пригодятся такие ребята. Чем лучше гонщик, тем убедительнее проигрыш. Вы знаете, что я гожусь для дома. Может, а может нет. У тебя одна победа, вдруг случайность. Я тебя записал еще на одну гонку с серьезными соперниками. Вот если там себя покажешь, будет о чем говорить. Будет сделано. Так, и еще одна гонка. Погнали. Блин, как она дрифтит идеально. А костюм когда нам забирать? Или мы сначала погоняем? А нам вообще бабки платят за гонку? Я бы хотел себе машину поменять. То мы готовы. Погнали. Ну вот, победишь, получишь шанс погонять для босса. Он там на Жигулях парень вообще. Гони, Тайлер. Это он сам собой? Гони, Тайлер. Это ребята вообще отстают. О-хо-хо. Вот фору им сейчас дам. А тут можно было сократить, да, как я понимаю? Еще один круг. Удержать лидерство. Это, конечно, веселые выкрики. Thank you.
Машину идеально заносит. Заносики очень хорошие. Так, давайте здесь попробуем сократить. О, мы еще отремонтировались. Остался один круг. Теперь за мной. Мне кажется, я сейчас уже догоню ребят. Ну, блин, такое себе сокращение получилось на самом деле. Можно было и не сокращать. Попробуйте теперь отнять лидерство. Да. Заезд пройден. А я что говорил? Я опять выиграл. Ха. Ладно, водить ты умеешь. Мы дадим тебе новую тачку, будешь выглядеть солидно. Навара устраивает на улицах новые порядки. Если сработаем, станешь их частью. Но дом — это бизнес, не забывай. Постараюсь. Хорошо. Добро пожаловать в дом. Новая тачка — это всегда хорошо. Надеюсь, там будет выбор, из чего выбрать. А не просто они мне дадут. Я вижу уже. Я вижу тачки. А, то есть без выбора. Ну, бэха это тоже супер. Это уже не ржавая рухлядь. Навара, я по твою душу. А, вот, а здесь уже побольше, кстати, закиси азота. Доброго вам пути, гонщики. Это ваш куратор. Я напоминаю вам, что улицы ждут вас. Зачем сразу мчаться на очередную гонку? Покатайся по Сильверок, заработай очки в разных заданиях. Здесь есть достаточно мест, где можно развлечься и заработать репутацию. Нет времени отдыхать. Можно заработать репутацию. Как резко ночь настала. Надеюсь, тебе понравилось быть королевой, Лина. Сегодня твой шулерский бизнес закончится. Ну что, добро пожаловать в большую игру. Надеюсь, тебе новая тачка нравится, а? Твой позывной гремучник. Оставайся на этом канале, делай то, что говорит босс, и в накладе не останешься. Гремучник. Понял. Гремучник, блин, что это вообще за, блин, позывной? Гонщики дома, внимание, начинаем работать. Сегодняшний победитель — король змей. После половины дистанции путь ведет. Приятно вернуться на прежнее место. Пора сокрушить Навара. Интересно, и который же из вас король змей? Да неважно, я вас всех сделаю. Немного мухлюем. Эй, ты думал, я за тобой не смотрю? Я знаю, что ты делаешь, и об этом уговора не было. Я говорю, когда разыгрывать карты, не забыл? Мне надоело ждать. Теперь я совсем разберусь. Первый! Так держать! Там, видимо, этот король змей. Скоро половина, гремучник. Пора пропускать короля змей. Не выйдет, Навара. Кто это?
А, все. Это Навара мне дала такое прозвище Гремучник. Знаешь что? Ладно, бери эту победу, радуйся ей. Но потом, чтоб духу твоего не было. Ты мой туз в рукаве. Таков план. Я не знаю, кто ты, Гремучник, но ты об этом пожалеешь. Твоей афере конец, Навара. Тайлер Морган? Да. А вот и расплата. Что такое, Уир? Наслаждайся победой. Но помни, ты мне нужен живым. Сейчас, наверное, что-то пойдет не так. Стопудово. Все кончено, Лина. Твоя выходка дорого обошлась многим людям, Тайлер. Ты пошел против дома. Этот город наш, и улицы тоже, и все гонки, все ночные заезды, все ралли по бездорожью. Дом всегда побеждает. Ха, только не сегодня. Мисс Навара, здесь нельзя. До встречи. Так нам тачку они дали. Я просто в нее сажусь и уезжаю. Он не должен вернуться домой. Так, ага. Сейчас за мной погоня будет. Стопудово. Приведи мне Моргана. Не дай ему уйти. Тебе ясно? Будет сделано. Свали уже! А, ты идиот. Дом из-за тебя рвет и мечет. Хорошо. Нет, ничего хорошего. Плохо. Ты мне нужен живым. У меня на тебя планы. Бросай полицию и езжай ко мне. А это полиция? Я думал, это ребята этой, Навары. Тебе некуда бежать. Это нас. Минус один. Скоро. Ставки слишком высоки, чтобы оставлять все на волю случая. В гонках нет воли случая. Потому-то ты их и подстраиваешь. А, бесполезно, да? Они... Чего так долго? Так, ну я из этого... Прошаренный парень, но мы его возьмем. Уж пожалуйста, это же ты его привел. Из-за этого я тоже чуть не подставился. Я уже их разрушил. Отсюда. Все, отъездился. Чего ты там вытворяешь? У меня дел полно. Но прости, я тут занят. От бандитов уезжаю. Не извиняйся, а отрывайся от них. Лучше бы мне дал крутую тачку какую-нибудь. О, так я все вроде оторвался даже. Все, я оторвался. Отлично, отлично. Посылаю твои координаты. Почти на месте. Давно пора. У нас много дел. Мне все равно. После сегодняшнего Навара ни один букмекер не поверит. Ты так думаешь? Какая ты прелесть. Тайлер, они все ходят под ее босс. Ей не нужно их доверие. Ха, я найду способ. Способ есть. Это я. Только не прыгай. Представь себе город, где риск — это иллюзия, а все ставки подставные. Вот чего хочет дом. И ради этого они готовы на все. Я стритрейсер. Меня это никак не касается. Что? Нет, нет. Тебя это еще как касается. Еще как.
Их главаря зовут коллекционером. И у него одна страсть. Машины. Слышал когда-нибудь про бандитскую гонку? Главная уличная гонка страны. Да, да. И дом подстроит ее полностью. Шишки ставят на нее миллионы, а дом получает долю. Сегодня была проверка, и твоя выходка навела меня на мысль. И? Слушай, я видел, как ты водишь. Ты лучший гонщик в этом городе. Нам нужно лишь пропихнуть тебя туда. Выиграй бандитскую гонку и дому, и Наварро придет конец. Разрушить дом? Да. Это не моя война. Спасай свое казино сам. Это ведь твои улицы, так? Значит, твоя война. Как думаешь, куда они двинутся потом? Сильвер Рок. Отправляйся домой. Давай, Тайля. Пора вернуться домой и все обдумать. Морган, ты сволочь! Они знают, что я дал тебе их номер, я же поручился! Такие, как ты и я, для них просто пыль на асфальте. Они половину банд из города выгнали, потому что те не стали сотрудничать. Думаешь, испугаются тебя? Должны бы. Это наивность. Но зато у нас теперь Бэха есть, а не та ржавая развалюха. Я уже разобралась. Так дождались бы, когда он бы вошел. А это предупреждение. Так, и Бэху меня забрали. Рано я радовался, ребят. Он звонит ему и говорит, я в деле. Я согласен. Отлично, отлично, отлично. Собирай команду. Команду? Ну так у меня была вроде команда. Отлично проехал, друг. До встречи. Давай, Мак. Надо, надо. Натяни улыбку. Хэш, котик, привет. Я смотрю твой канал. Я хэштайгер. Селфи с тигром. Друг, давай, давай, надо. Вот так. Давай, надо порычи. Круто. Садись в машину. Так, выполни три хороших дрифта. Это что за чертова музыка? Хэштайгер ведет прямое вещание из хэш-мобиля с дрифтмастером МакКаллистером. Расскажи нам про дрифт, Мак! Да это просто. Разгоняешься посильнее, потом резко поворачиваешь. Вот, посмотри. Ай. Да, детка. А это все равно был хороший дрифт. Я согласен, я неплохой. Я всю ночь так могу. Круто. Нравится, да? Ну вот, пожалуйста. Давай еще раз, только это... реально, чтоб жестко. Слушай, это... Субару БРЗ, походу, да? Ладно. Знаешь что, пройдем по любимому дрифт-маршруту. Отлично машину затюнил, кстати. Жечь на ней резину вообще ништяк.
А, затюнил? Дай угадай. Машина была уже подготовлена для дрифта, когда ты ее купил. А где ты вообще так водить научился? Блин, согласен, хреново. Научился повороты ходить в дрифте, так быстрее. Ну и подсел. Да ты серьезный парень прям. Прошу, не надо. Согласен, ты я... Ты поэтому и приехал в Америку? Скрыться от криминального прошлого? Что? Да не, ну что ты? Это страна внедорожников, масл-каров и открытых дорог, граф. Лучшее место, чтобы начать все сначала. Похоже, у тебя получилось. И скоро ты станешь у меня знаменитостью. Ага. Если везет, то везет во все. Дашь продвинутые советы по дрифту нашим тигрятам? Кнопка для дрифта у тебя же есть? Ага. Есть, конечно. Просто жму на кнопку. Так, задача в дрифте – получить нужное число очков. Чем дольше дрифт, тем больше вы получите. Находясь в дрифте, достаточно долго и получите... А, и если мы находимся долго, то мы получим множитель очков. Отлично. Вот, настоящая музыка. Сейчас будет круто, Тик. Смотри, не стошни. Ты шутишь? Я же в гонки постоянно играю. Но когда я врезаюсь, задеваю, вот они хотя бы не сбрасываются. Это мои навыки, детка. Может, остановимся? Мне нехорошо. А потерпеть не можешь? Постараюсь. Ну что, ну нормально. Ой-ой-ой. Зря. А, сбрасывается множитель. Я это сказал. Ты сказал, чтоб жестко. Клиент всегда прав, помнишь? Да ладно. Да, блин. Что-то под конец пошло не так. Останови машину. Останови машину. Эй-эй-эй-эй. Ну почти что? Сотку набрали. Из 17. Достаточно жестко. Талер, это ты, брат? Привет, Мак. Давно не виделись. Полгода без старой команды. Тяжело. А то и не знаю. Мак, я это... Тут работа есть. Выпустили тебя? Ты ж знаешь, я только за. Уже согласен? Скучаешь, да? Очень скучаю. А Джесс будет? Я над этим работаю. Эй, Мак, ты снял, как я блюю? Работай быстрее. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. И я внутри. Джимми, прикрой меня и следи за охраной. Вот это улов. Вы опаздываете. Не люблю ждать. Что? У нас тут ограбление! А! Джимми! Черт! Надо сваливать отсюда! Сразу договоримся. Вы платите за двух человек, сколько бы ни выжило. Черт! Я знаю одного парня. Подожди. Мы не сможем! Да ладно, мы же веселимся просто. Внимание, блин, что-то Ауди не едет никогда. Возможно ограбление. Отправляю машины. Они же не видели машину. Миллер, ты что, правда это делаешь? Джесс, это Тайлер. Есть минутка? Тайлер? Эй, на брезенте лежи. Если запачкаешь кровью сиденье, я богом клянусь. Привет, Тай. Прости, сейчас не время. Джесс, подожди, у меня есть план. Полгода от тебя ничего не слышно, а теперь ты первым делом что-то хочешь? Джесс, я... Тайлер, правда, я немного занята. Подтверждаю ограбление в районе казино. Машина черная Audi. Могла бы и выслушать. Ранен. Машина ранее направлялась на север на Кулидж-стрит. Я Адам 35, подтверждаю. Черт возьми, Тайлер, я же сказала, сейчас не время. Да, Тайлер, какого черта? Да, я с ней поговорю.
Привет, Джесс. Мак? Я смотрю, Тай совсем отчаялся, раз тебя в это впутал. Нет, ты меня знаешь, я так смехорачен. Ты начнешь рекламировать план Тайлера? Ну нет, я бы на твоем месте не соглашался. Он хочет пойти против Лины. Лины? Она сейчас с домом. Ну вы, блин, даете. Нет, без меня. О, долго еще? Не плачь, мы почти приехали. Черт, уже? Да ты и правда мастер вождения. За это вы мне и платите. Скажи, что тебя прислала Джесс. Он тебя подлатает. Да, она согласится стопудово под конец. Доберись до убежища. Ну вот, сейчас мы доедем до убежища, и она согласится. Повторяю, подозреваемых видели в черной ауте. Сообщайте координаты по радио. Я Адам 35, подозреваемый на севере Карсон-стрит. Вас поняла. Отправляю дополнительные машины. Че, меня все-таки спалили? Дай мне Мака. Слушай, Джесс, план безупречный. Нам только нужна... Тай, Лина и дом сразу? Дай мне Мака. Не можешь сдержаться, да? Тебе интересно? Этот план, насколько он безумен? Абсолютно безумен. Погони, трюки, безумное ограбление. Не для тебя, в общем. Лина в одиночку нас наколола 6 месяцев назад. А теперь ты хочешь сделать и ее, и весь дом? Смотри, что стало с Равом. В этот раз будет все по-другому. Мы втроем. Мы можем победить. Старая команда снова вместе, да? Возвращайся, Джесс. Давай это сделаем. Скажи ему, что я подумаю. Вот все вот девушки такие. Я Адам 1-12, уже в пути. Ага, спалили меня. Диспетчер, я Адам 1-12, обнаружил черную Ауди, веду погоню, прошу подкрепления. Вас поняла, отправляю дополнительные экипажи. Я для вас, ребята, построила эту тачку. Потанцуем? Ну давай потанцуем. Фига, они разваливаются. Ну, по спецэффектам, конечно, круто здесь. На 13 побываем из погони, машине конец. Принято. Ну, тут новых нам подсылают, поэтому я не вижу смысла. На юг по магистрали I-34 Эмбер Вэлли. Ясно, вас поняла, Адам 35. Но она не едет ни хрена. Может быть, она и разваливает полицейские тачки. Да подожди. Блин, он все-таки столкнул меня. Это твой предел? Все-таки столкнул меня на преграждение. Объект направляется на юг по кольцевой Сильверон. Как тебе это нравится? Нужен новый ведущий экипаж. Смотрела бы и смотрела. Говорит А16, мы ведущий экипаж. Прикольно раскидали. Прекращаю погоню, моя машина встала. Поняла. Но мы уже все, вроде как приехали. Я насчет твоего глупого плана. Он не... Да. Давай встретимся. Ты где? Ну что, супер. Значит, банду мы собрали. На следующее утро. А, это старый наш аэродром. Это где мы... Ой, Рав живой. Я в жизни не слышал. Я от дела за такого дерьма отошел. Лучшая команда в городе всегда выдвигает гонщика на гонку. Нам нужно победить все команды Сильвер Рока, и я в деле. Макс справится с оффродом и дрифтом, а я с остальными. А что насчет дома? Они следят за всеми делами в городе. Вот тут на сцену выйдешь ты. У них будет железный план. Свяжись с преступным миром и узнай, что за план. И мы его разрушим. Значит, выиграть гонку и смотреть, как рушится дом, пока мы считаем деньги. Просто. Слава, богатство. Лина Наварро получит по заслугам.
Вы идиоты, без меня сразу убьетесь. Я с вами. Да! Раф? Ты же знаешь, что без чудо-инженера мы как без рук. Сколько ж в тебе? Раз вы так влипли, я тоже с вами. Можете пользоваться гаражом, только есть пара условий. Во-первых... Уау! Команда снова вместе! Спокойствие. У вас хоть машины есть, чудики? А я свою типа потерял. Дело было верное. Серьезно? За гаражом есть машины. Клиентов, должников. С кем я работаю? Без тачек пришли участвовать в гонках. Старый добрый Бьюик GNX 87 года. Марк 1 Golf GTI. Машина, начавшая тренд Hot S2000. Дань уважения Honda родстерам 60-х. Тут безоговорочно. Конечно, это Honda S2000. Хороший выбор. До моих тачек далеко, но тоже неплохо. Так ты же вроде только тюнишь их немного. Так, вот сейчас ты заработал себе взбучку. Как тебе разгон до сотни? Неплохо. Посмотрим, нормально у него, этого, чтобы сохранить за тобой лидерство. Значит, Раф не только механик отличный, да, а еще и гонщик. Ну, кстати, Honda должна вообще дрифтить отлично. Сейчас ее и проверим, но она тоже какая-то медленная. Ты там цел? Может мне замедлиться? Ну все, теперь поддаваться не буду. 6 месяцев, Тайлер. Чем ты там занимался? Таков был уговор. Работать на Шулера или в тюрьму. Ну и что поменялось? У него были планы, но я убедил, что мои планы лучше. Вот результат. Ты знаешь, я покончил с этой жизнью. Мы неплохо позабавились, но я механик. Я тут приработался. Она нас обманула, Раф. Ты не хочешь, чтобы ее остановили? Да я бы все отдал, чтобы заглянуть под капот Кёнигсега. Но я не хочу больше злиться. Я обрел мир. Но я рад за тебя, наверное. А, в смысле, мы в конце, в итоге, все равно заберем тот Кёнигсберг? Ты ведь не поддаешься, да? Не поддавайся. Не буду. Ты же понимаешь, что Навара это не остановит, а? Кто знает, на кого она работает, кого представляет. Знаешь, еще не было так, чтобы кто-то пошел против дома и победил. Ха, все бывает в первый раз. Ну что, возвращаешься в гараж? Мастерство ему... всегда побеждает мощность. Доказали ему. А, вот и бабулечки первые. Хотя у нас было 700. А, всего... Так, спид-карты повышают ходовые характеристики автомобиля. Их можно получить за выигрыш в заезде. Ясно. Так. Ну, давайте, давайте всегда посерединке открывайте. О, 3X Nitro. А, использовать, конечно. Эй, Мак! Вы куда там исчезли? У Рава не было того, что нужно. Поедем в автосалон, найдем тачку для оффроуда. Давай. О, да! Ты потянешь? Могу денег одолжить. Не, сестренка, не надо. Я сбережения взял. Так, существует 5 видов комплектующих машин. Гонка, дрифт, бездорожье, дрэг и погоня. Ясно. Комплектация для бездорожья... Комплектация для бездорожья. Используйте эту комплектацию для внедорожных гонок. Эти автомобили и пикапы очень стабильны на пересеченной местности и отлично прыгают. Окей. Какая тебе приглянулась, Мак? Наверное, что это, Subaru Impreza? Land Rover 110! Уу! Where... Да, наверное, все-таки Subaru. Да я ее пешком обгоню. Оу, все нормально, детка, она не серьезна. Вот теперь я должен тебя наказать. Кто первый до аэродрома?
Но Subaru Impreza это вообще, конечно, пушечная машина. Ты едь по улицам, я по бездорожью. Увидим, кто из нас медленнее. Но ни разу не видел, чтоб Subaru Impreza ездила по бездорожью. А зачем ты этим занимаешься, Макс? Ты о чем это? Мы заработаем нормально, плюс еще навару зад надерем. Здорово, нет? Макс, я тебя знаю. Не все так просто. У Тая личные поводы, но ты же не такой. Если серьезно, Джесс, когда мы разошлись, у меня ничего не было. Подрабатывал понемногу. Иногда и для дома приходилось. Мы рискнули и проиграли. Ты сделал то, что должен был. Приехать в Америку уже рискованно. И вообще, если точно знаешь, что победишь, это не риск. Блин, ну машина справляется по бездорожью, это, конечно, прикольно. По крайней мере, думаешь, она у нас есть шанс? Когда все накрылось, не замедляется. Раз он вернулся, значит верит, что может выиграть. А я брата одного на войну не отпущу. Ха! Я так и знал! Ты по нам скучал! Слушай, Мак, я вам буду помогать, если тупить не станете. Я подписалась ради вас, а не ради куража. Я тебя знаю, Джесс. Не удержишься. О, да! Ну все, все тачки мы собрали. Давай возьмем также посерединке возьмем скорость 4x. Так, способов использовать спид-карту много. Применить, продать, переработать или отправить в гараж. Окейушки. Так, нет, мы. Почему отправить в гараж, а я и хочу использовать? А нельзя? На куе? Как передвинуть? Блин. Хорошо. Или на эту тачку, может, нельзя ставить? Скажу честно, я не думала, что ты сможешь. Ха, безопасно. Победы не добьешься. Поняла тебя. Но я уж лучше по асфальту. Спасибо. А, еще, еще один заезд, что ли? Или что? Ра, привет. Как все? Классная у тебя тачка, Мак. Чего ты ее в гараж не привезешь? Скоро буду. Всё, мы в гараже. И вот сейчас, видимо, в гараже мы поставим, да? Я для вас тут место расчистил. Можете здесь можно изменять, хранить и продавать. Пользоваться чем хотите. Тюнингуйте их, красьте, работайте над стилем. Можете попробовать улучшить их. Вдруг выжмете из них еще чуток. У меня в мастерской лежат кое-какие запчасти. Только потом все на место положите. Ясно? Ясно, ясно. Все, мы поставили эту карту. Так, покинуть гараж. В общем, ребят, на этом мы будем заканчивать. В следующей уже серии узнаем, что там за банды. Спасибо всем большое за просмотр. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. Пора найти Лигу 73 и вызвать ее на гонку. Согласен. Пока-пока.